Здесь же в Броварах, возле жилого комплекса, покажу вам один вид пешеходной дорожки, который, мне кажется, нам надо попробовать реализовать. Вот так это выглядит вблизи. Плотная дорога с мелкой такой гранитной крошкой. Очень приятно по ней ходить, прям такое легкое шуршание. С двух сторон газон и бордюрчик. Дорожка с граночева, конечно, дело. Не плитка, не асфальт. Она такая по ощущениям, вроде бы и лесная, но при этом удобно и бежать по ней, и гулять приятно. И особенно, мне кажется, она подойдет там, где люди занимаются бегом. Она так хрустит под ногами, что прям хочется в своих новых Найках или Рибоках, Адидасах пробежаться по ней. Наверное, в формате городской среды дорожки с граночева не самое удачное решение. Есть там вопросы по поводу их обслуживания, потому что вместе с упавшими листьями, с грязью, с дорожек будет выметаться и граночев. Его придется туда регулярно добавлять, и это, конечно же, морока. Но вот где такие дорожки могут быть максимально актуальные, это вот в формате леса, в формате сквера, где люди занимаются бегом, где девушки в плеерах, в обтягивающих лосинах, в своих беленьких найках, готовятся к пляжному сезону. И да, в лесу это может быть такой компромисс между дикой тропинкой и городским комфортом. Но если вам кажется, что дорожка с граночева — это что-то легенькое такое, что-то, что стоит дешевле, чем тротуарная плитка, то это не так. Под дорожку с граночева требуется практически такое же основание, как и под обычную дорожку из брусчатки, из плитки. Потому что просто через граночев не должна расти трава, не должны пробиваться корни. Требования все то же самое, лишь просто другое покрытие. Так что, наверное, давайте попробуем найти место, где такая дорожка будет у нас лучше, чем максимально актуальная. И занимайтесь спортом. Все, пока!